Несмотря на то, что температура в данный момент выше нуля, зима еще не закончилась, а значит, проблемы с гололедом все еще актуальны. Городская поликлиника. Ежедневно сюда приходит очень много людей, в том числе пенсионеров. Но чтобы это сделать, им нужно потратить немало сил. Чтобы пройти по такому рыхлому снегу и не поскользнуться, нужно очень постараться. Это, конечно, лед подтаявший, но не менее опасный. Труднее всего передвигаться пожилым людям, мамам с детьми и будущим мамам, которые по этой дороге направляются в женскую консультацию. На подходе к поликлинике, одному из важных социальных объектов города, мы видим – дорога не убрана. Я чуть не упал два раза, только сегодня пока шел. Везде. Сейчас возле домов плохо. Конечно, машины не проедут. А вот именно здесь, около поликлиники? А поликлиника, да, вы знаете, это вообще больной вопрос всегда был. Поликлиника, больница. Я пока работала, мы сами ходили здесь, все чистили. Если бы очистили вот дорогу, хотя бы, асфальт, или хотя бы посыпали чем-нибудь таким вот песком или каким-то химикатом, который поможет избавиться от льда. Но никаких следов ни соли, ни песка, ни антигололедных реагентов мы не заметили. Однако не все пешеходы едины в своем мнении. Вам не скользко в резиновых сапогах? Нет. А как вам вообще качество чистки дорог здесь? Ну, лучше, чем во многих городах. Ну, я иду пока нормально. Пока не споткнулась, не поскользнулась, не упала. Ну, ничего, более-менее. Тем не менее, дорога до поликлиники может привести к травматологию. И если вы удержали равновесие здесь, это не значит, что вы не упадете в другом месте. Валентина Николаевна Постникова поскользнулась около своего подъезда и сломала ногу. Так что будьте, люди, бдительны, особенно не выходите из дома и старайтесь, как говорится, очень аккуратненько, если пошли по необходимости, то очень аккуратненько смотреть под ноги. Последствия падения на льду – это растяжение и вывихи. Они лечатся в амбулаторных условиях, а также более серьезные травмы, которым подвержены прежде всего люди пожилого возраста – переломы шейки бедра и голени. Оценивая поступивших пациентов за январь, можно сказать, что около 10 пациентов у нас лечились в январе, получивших травму в результате гололеда. Во время гололеда нужно стараться обходить опасные участки, надевать специальную нескользящую обувь и знать правила безопасности на льду. Когда человек уже чувствует, что падение неизбежно, не надо стараться, может быть, удержать равновесие, за счет этого получать более тяжелые травмы, а надо сгруппироваться и аккуратно перевалиться на бок, таким образом избежав получения значительных травм, я имею в виду переломов. Если вы заметили в городе проблемные участки, звоните к нам в редакцию по телефонам, которые вы видите на экране. А сегодня дежурили Дмитрий Книга, Владимир Бежонов, Видное ТВ. И в нашей студии дежурный по городу автор сюжета Дмитрий Книга. За время подготовки материала он стал настоящим экспертом и принес к нам в студию вот такие интересные штуковины. Дима, что это такое? Здравствуй, Таня. Это специальные накладки на зимнюю обувь. С внутренней части здесь находятся металлические шипы, которые не позволяют упасть на льду. Они такие резиновые, универсальные, да, подходят для любого размера, наверное, для любой обуви. Да, они универсальные, продаются в любом спортивном магазине или в аптеках тоже они есть. Угу. Скажи, пожалуйста, есть ли еще какие-то рецепты, чтобы в такую погоду не растянуться на тротуаре, не упасть? Сегодня в том числе мы побывали в обувной мастерской, где профессионалы рассказали нам, как можно бороться с гололедом. То есть могут люди прийти просто и попросить сделать специальные набойки на зимнюю обувь. Они делаются, кажется, из силикона, и тогда тоже человек не упадет. Если не успел сбегать в мастерскую или не успел что-то прикупить себе как-то в домашних условиях, можно подготовиться? Я думаю, что у всех дома найдется лейкопластырь. Широкий лейкопластырь наклеиваем с внутренней части подошвы, и тогда тоже все будет хорошо. Еще способы? Можно взять моментальный клей, нанести на подошву, растереть его спичкой, чтобы не испачкаться, и потом натереть наждачкой. Когда начинает застывать? Когда начинает застывать. И после этого поверхность такая становится шероховатая? Становится шершавая, и этого хватит на неделю, может быть, дней на пять. Спасибо. Вполне вы себя обезопасите. Да, спасибо, Дмитрий. В нашей студии был дежурный по городу, рассказывал, как не упасть в гололед и не нанести себе травмы.